Ракета Р-7 вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник Земли. Он совершил 1400 оборотов и просуществовал капиталистический мир, пан и ноль. 92 суток. Пип. Газеты публиковали время прохождения. Варенная ручка встретится. Это уже прошло совсем. Забочусь о вас. Сейчас, сейчас. Сказать, я думаю, что часа в 3. Сейчас появились синие жертвы. Что это значит? На самом деле советские ученые хотели отправить в космос совсем другой спутник. Он был больших размеров, такой конусной формы, весом был примерно 1300 килограммов. Там была настоящая научная лаборатория, 12 компьютеров внутри. В общем, был нашпигован разной техникой. Но вот тут мы узнаем, что нам в затылок дышат американцы. Они хотят тоже отправить свой спутник. Спутник американцев был меньше, легче. Мы понимаем, что мы можем тоже проиграть, поэтому наши ученые быстренько делают новый спутник. Как раз тот, который мы с вами, в общем-то, можем наблюдать, который все знают. И так получилось, что шла гонка, и в результате этой гонки выиграли все-таки россияне, советские люди выиграли. И это наполнило их настолько гордостью, действительно, потому что вроде все еще последствия войны чувствовались. Вот. Все еще было... Бедно жили. Вот... Оставайся, не оставайся, пока не сделаешь, не уйдешь. Машина отработала, было видно визуально, что она ушла. Все уставшие пришли, легли. В комнатах у нас было по 6 человек. И помню, мы выключали свет не выключательным, а лампочками. Потому что много насекомых летало там. Ну и отдохнуть надо было последние вот эти вот дни. И вдруг Михаил Степанович входит и ищет лампочку включить. Где что? Потом кричит: вы же русские парни. Вы же не знаете, что вы сделали. Спутник-то наш вышел и бибикает. That transmitter emitted a pulsed beeping sound, which sounded like this. So it was actually, it was transmitting a radio signal that was a pulsed signal, which gave it that signature sort of beep, beep, beep sound that everyone associates with Sputnik. And it was specifically transmitting on frequencies that were able to be picked up by ham radio operators. So it was designed to let us know its presence. Sputnik, in a lot of ways, launched the space race. Before that, it had been going on sort of under the radar in both a metaphorical and a literal sense for some time with the U.S. and the Soviet Union, both sort of building up their rocketry programs largely to support their efforts to develop intercontinental ballistic missiles. And the crane. And the crane. Yeah, yeah.
Well, it was received with a mixture of wonder, awe, and downright panic, especially from the United folks in the United States, because having the ability to put something into orbit also meant that the Soviet Union had the ability to potentially deliver a nuclear warhead anywhere in the world. Касается наших основных приоритетов, то так же, как и раньше, является совместное сотрудничество и космические программы, по пилотируемой программе, продолжение работы на МКС и дальнейшее движение к Луне, а затем и к Марсу вместе с нашими партнерами, и развитие научных исследований по другим телам и Солнечной системы, и других галактик. Ну и, конечно же, те практические результаты, которые космическая деятельность дает здесь на Земле в области и связи, и навигации, и дистанционного зондирования Земли. Взглянуть на развитие науки и промышленности в Советском Союзе.